Около 100 миллионов рублей. Такова, по предварительным данным, общая сумма задолженности предприятий города по заработной плате и налоговым отчислениям. Руководители таких организаций были сегодня приглашены на заседание межведомственной комиссии. Первым в списке должников стоит «Энергомаш». Среди неплательщиков это производство «Лидер». Заместитель директора, как и руководители других 10 предприятий, пообещали на следующей неделе представить в администрацию план погашения задолженностей. Мэр призвал всех поторопиться, ведь губернатор области Василий Голубев поставил должникам задачу ликвидировать все недоимки до 1 июля. Правда, у самого градоначальника иных законных рычагов воздействия на неплательщиков, кроме как взывания к совести, попросту нет. Сегодня еще дополнительно я напишу бумрет, кого-то переговорю, кого-то там попытаюсь убедить бумрет, кого-то там, может быть, чем-то заинтересовать, но не более. Остановить производство, наказать его – это не входит в область компетенции администрации. Добавлю, что городская межведомственная комиссия по соблюдению трудового законодательства работает в штатном режиме. И заслушать отчет должников о принятых мерах по сокращению недоимок собирается уже через месяц.